профориентир портала Федерации профсоюзов Беларуси дозволит старшеклассникам выбрать будущую профессию. На сайте подрихтована подробязная презентация специальностей, разностайные парады и материалы по теме. На данный момент размещена информация об 8 профессиях. До конца года планируется добавить еще 40. Так само появятся видеоролики, у яких майстры своей справы поведомить об особистом опыте працы. Важная складающая проекта – экскурсии на буйнейшие белорусские предприемства. Школьники своими вачима убачать умовы працы, погутарать со специалистами и убачать пераваги той или иной профессии. Принять удел у такой экскурсии смогут пераможцы конкурсов, которые будут проводиться у группах профориентира у социальных сетках.